Здорово-здорово, дорогие друзья. Еще видос я не начинал с салона, с какого-нибудь вообще на смотре. Продолжаем играть на сервере Смотрамдо номер 3. Я сижу, как вы видите, по значку в Ролл-Ройсе. Да, вот сидит возле меня Артемчик. АРТ вроде. Короче, я купил Rolls-Royce. Если прямо аж так точно, то взял я Rolls-Royce, вот такой вот, да, за 26,8 миллионов. Я не помню уже, пацана, ник, но я сейчас вставлю видос. Катался, ну где-то дня 3 назад взял, но как я его взял? Я хотел Rolls-Royce вообще очень-очень давно. Хотел его как на охрану, Rolls-Royce на охрану Чирону. Но получилось так, что если я покупал Rolls-Royce, то денег меня бы не оставалось. И я продал Чирон за 80 миллионов. Настал этот день, бля! Чуть не утопил Чирон. Сегодня 9 июня 2020 года, когда я продаю свой Чирон, на котором накатал уже 2000-2-3 тысячи километров. Я его купил где-то в марте или что, новый, с автосалона, вложил денег в этот, в тюнинг, в винилку полтора какая. Ну, короче, вложил я достаточно. Помню, его искал целый месяц. Это был такой капец. Так, снимаем с него номер, Чирон, где вот Чирон, Приора, развести обмен. Все, Приора у нас теперь в номере Эван. Теперь меня ебать моднявая Приора. И Чирон, где этот Чирон, вот. Как жаль мне его продавать, на самом деле нет, на самом деле я не знаю. Вот кто продает, покупает Чирон, он накатался на нем прям вдоволь. И потом его продает. Но можно сказать, бля, как его марки на нем идут, да? ОМР 001 прям охуенно на нем идут. Я, конечно, на нем еще не накатался прям особо, но денег-то надо. Как там говорится, кушать-то надо. Вот, я надеюсь, это хотя бы то, что я сейчас записываю, то видос какой-то выйдет. Итак, мистер Бро предлагает нам обмен. Кстати, я очень быстро нашел покупателя на Чирон. Вот прям очень быстро. Тебя на Чирон это, блин, найди, у которого пацана 80 миллионов. Эх, Чирон. Бай, пока-пока. Я слил его сразу, буквально через 5 минут после того, как выложил объявление, потому что не в каждого игрока есть 80 миллионов на Чирон. И буквально через час купил Кулина. У меня есть вот такая вот Е30 на этих номерах, на фулл тюнинге за 4,5 миллиона. И также у меня есть вот эта Шкода. На этих номерах, я там убрал, на этих номерах. На фулл тюнинге за 2,5 миллиона, короче. Кому интересно, пишите мне в ЛС, может, торганемся немножечко на любые тачки. Есть тут такой один регион, вернее номер, ААА-008-78. Если чё, ААА-008 это... Сейчас я даже загуглю. Это Собчаковая серия, чё? Первый и последний мэр Санкт-Петербурга. Короче, администрация Санкт-Петербурга, это раньше было ААА-78. Сейчас они перешли в ООО-78. Но все равно же перешли. Ну ладно, 8 миллионов, чё? Эх. Короче, да, я купил ААА-008-78. Ну, в принципе, на Кулинане ААА-008-78, ну, в принципе, топ смотрится. Я, конечно, еще рассматривал номера именные, но именные что-то я не нашел какие-то нормальные, тем более раньше они продавались, а сейчас тупо их нет. Стоит на этом Кулинане, давайте сразу поедем, тонировка, кстати, нормальная стоит, не колхозная, давайте поедем сразу его... Вот я думаю, в белый или в черный. Конечно, в черный закатаем цвет. Диски я, наверное, думаю, сбросим до стандартных, потому что, ну, камон. Я, конечно, понимаю, что мы в Америке находимся, большие хромированные диски на большой полке, но на Rolls-Royce не надо. Еще бы сюда стробоскопы, да, SGU, и будет норм. Но нет, SGU я ставить не буду, потому что это
просто 25 миллионов в никуда. Он едет на 101-м бензине, как новый гелик, а на 98-м едет, как старый гелик. На гелике старом ездил, у меня был, и я что-то штрафов не собирал. То, что на этом я тоже собирать не буду. У него такой вот темно-зеленый цвет, а нет, он, кстати, стоял на БУ, взял, как я говорю, третий раз 26,8, а на БУ он стоит за 29,700, так что это было выгодно взять его так. Красный. Красный, кстати, вот такой вишневый. Любитель вишневого цвета, конечно, но смотрится он-то неплохо. Так, если сделать его серым, нет. Если белым, нет. Делаем его чисто черным. Черный. Если хамелеон. Это масло как будто разлили, а это сатиновый, нет. Акриловый, матовый. А можно акриловый от мата вообще чем-то отличается? Ладно, металлик. Нет, диски я не хочу красить. 100 тысяч. В принципе, все. Короче, смотрите, каким кортежем мы двигаемся. 222 на СГУ, на ООУ. Что там там? Номер 777. И сзади чисто Rolls-Royce. Колян, короче. Кстати, в жизни ездил в Киев, видел Maybach 222. X-222, сори. И ехал за ним новый гелик. И, кстати, думал новый гелик купить. Чисто охрану для Чирона. Ну, чё-то нет, я не успел. Я вот думаю, может купить чисто Хуракан и на него повесить. У меня же, кстати, есть именные. Я думал сюда именные повесить. Но нет, я думаю, может купить какой-то Хуракан. Был бы на него без этого перформанта, это был просто идеал. Давайте откроем капот и багажник. Ой, здесь даже капот открывается, потому что на восьмерке капот не открывается, знаете почему? Потому что смотра не протекстурила капот, багажник открывается, ладно. Так, а чё он закрывается вечно, никто не скажет. Заезжаем в тюнинг, я, конечно же, знаю, что там ничего не будет, но на CCD, да, здесь нету. Опять CCD. На CCD есть здесь три вида обвеса, там, я помню. И бампер немного ниже, там фонарики добавляются. Ну, короче, не колхозный, как смотри, я бы еще смотрю, узнал, если бы они сюда Rocket Bunny залепили. И этот. И лавку так до крыши просто. Get out the way, I want an open niggas like a runaway train. I grab my beer, you do the same. Take that shit and make it rain. I don't give a fuck. Вот стандарты. В принципе, очень классные. Если подобрать... Конечно, стандарты, блин, как на новом Rolls-Royce, именно седане. Вот там есть красивые диски. В принципе, эти тоже сюда смотрятся. Но я еще раз говорю, да, BMW-шные. Нормально. Ну, блин, более 8... Тут какие-то более-менее адекватные диски. А то эти все диски, мне кажется, подходят на... Кстати, вот эти очень похожи на те. Эти все диски подходят тупо для каких-то корчей просто. Ну и для Rolls-Royce. Не посмотри, какие просто колесенькие тоненькие. Вот, о, пятерочка, нормально. Не вкалывает меня тюнинг, именно диски, вот такие тачки. Кто помнит, у меня был гелик 65-й. Чип. 65-й гелик. У меня был полностью в обвесе, какой это там, Хаман. Да, в обвесе Хаман. За сколько? За 3 миллиона на дисках. Я тупо все снял и катался на стандартом. Около сток это самое топ. Ну блин, был бы тюнинг на CCD. Вот я найду специально видос и вставлю его сюда, чтобы вы увидели, какой же там офигенный тюнинг. Ну, еще не было такой серии, где я кортежем так прям катаюсь. Кстати, мне тут тренажку подогнали. Вот. Такая, где она? РКН. Нет, это то, что я разыгрываю. Разыграл, вернее. Потому что этот видос после конкурса записывается. Вернее, до конкурса. До итогов. Я сейчас что-то чую, вылетит. Вот такая вот тренажка. Спасибо тебе большое.
Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Предлагайте свои автомобили ВКонтакте. Я рассмотрю все варианты. В приоритете Феррари, Ламборгини или GTR на низком весе. Вот. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи и всем пока.